Всем привет, с вами Мистик. Сегодня хочу показать вам очень хорошую базу, которая вам поможет удержаться в кристалле, также поднимать вам кубки. Смотрим первую атаку. Первая атака у нас идет китаец какой-то. Он выпускает гигантов невыманивого клан Касл, что очень плохо. И смотрим, как маги 5 уровня просто в секунду разносит гигантов. И маги остаются без защиты. И магов просто перестреливают. Выпускает бомберов зачем-то. Король по кругу пошел. Смотрим, выпускает хогов. Хоги у нас бегут. Тесла убивают. Кидается рейдж очень грамотно. Зачем-то взял рейдж. Хоги подрываются на пружинке. И тут подрывается. Маг подрывается. Ну и король перебивает хога. Что тут остается? Два мага и король. Король почти уничтожен. Остается два мага и 44%. 44%. Ему, наверное, было очень обидно. 45, 47, 48, и 2 кубка не хватило, и 33 кубка принесло мне. Смотрим следующую атаку. Следующая атака у нас идет гиганты 6 уровня. Это уже 9 танхол. Как мы видим, 4 хилка. Выпускает также невымания клан касл гигантов. Бомберов. В надежде яд кидает, но маги не умирают. И в секунду просто разносит гигантов. Остается только луки и 2 бомбер. Хилка еще. Выпускает луков. Башня магов убивает. Мортира. Выпускает еще луков. Кидает бомберов. И сразу же кидает хилку в надежде исцелить луков. Рейдж. Тут мы видим, он черный эликсир забирает. Ну, на самом деле, мне не важен был эликсир. Тут важны кубки. Магов с клан касла 6 выпускает. Король. Короля убивают уже. Сорок пять процентов. Мортира долбит с лучницей луков. И 47% уже. Ну и все на этом. 47%. 28 кубков, пожалуйста. Следующая атака у нас была хогами вроде. Да, хогами 3 уровня. Очень-очень раковая атака. Выманивается клан касл. Выманен клан касл. Кидает лучницу. Яда у него нет, как видим. И 2 хила у него в банке. Выманивается клан касл. Кидает 3 мага. И 3 мага сразу же убиваются. Еще кидается 3 мага. 4 мага кидается. Один маг остается. И он выпускает короля. Смотрим. И вот пошла атака. Тут идет у нас все хоги в одну линию выпускает. Кидается хил. И тут будет неожиданно. 2 гиг-бомбы. Бам! Все, нету хогов. Сюда кидается хил. Хоги подрываются на пружинке. Кидается 2 мага сверху. И хоги подрываются на пружинке. Остается всего-то там 7,
6 хогов и бам, нету хогов. 33%. Остается только 2 мага. Тут мы мотаем. Смотрим, смотрим. 45%. И 30 кубков. На этом у нас все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь с друзьями. Всем пока.